феноменальная просто боковая поддержка. А в Volkswagen тоже можно найти рояльный лак. Перед нами спортивный руль, на котором написано GTI. Под капотом там стоит какой-то нулевик. Заведем машину, послушаем. Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли, чем здесь пахнет. Я на ней еще не ездил, я боюсь. На что можно попасть? В общем, мы вам об этом всем расскажем, покажем. В общем, вот такой вот Volkswagen Golf GTI. Он может стать именно твоим. Пишите в комментариях, что вы думаете, сколько выдаст этот автомобиль. Всем привет, дорогие друзья, с вами Гриша, и вы смотрите YouTube-канал интернет-магазина sundownaudio.ru. Надеюсь, вы на нас подписаны, у вас включен звоночек, колокольчик, зажимчик и кошелечек. Вот, потому что вы не захотите пропустить тот контент, который мы для вас готовим на 2021 год. Вы, наверное, пропустили, потому что на YouTube этого практически не было, но среди клиентов sundownaudio.ru в 2020 году мы разыграли целых 3 автомобиля. У нас был Vantus E06, у нас была крутая тюнингованная BMW E30, практически готовый дрифт-проект. И не менее крутой Nissan Primera с очень мощным двигателем и очень интересной комплектацией. Это все было успешно разыграно среди клиентов. Заказы от 3000, каждые 3000 это шанс. В общем, все довольны, все свои машины забрали. Вот. И мы начали думать, что же нам делать в 2021 году. Вот. И в первую очередь, что нам хотелось сделать, потому что, конечно же, и BMW, и VAZ, и тот же самый Nissan, это интересные машины, но все же они достаточно возрастные, потому что самому молодому автомобилю было более 20 лет. Nissan Primera был 99 года. Вот. И, конечно же, они крутые, интересные автомобили, да, они ездят, но немножко всегда сомневаешься, а что будет с 20-летним авто завтра или послезавтра. Поэтому для нашего следующего розыгрыша мы решили открыть 2021 год с реально нового для нас и, надеюсь, для вас уровня. И выбрали автомобиль, который не только дороже, чем все остальные вместе взятые, которые мы уже разыграли, но и серьезно новее, технологичней и, как мы надеемся, интересней. Ну вот, поэтому встречаем Volkswagen Golf GTI 12 года, Golf 6. Все, что вы любите, это ВАК, оно тюнингуется, оно едет, оно отстреливает. В общем, сейчас мы вам более подробно покажем и расскажем об этом автомобиле. Встречайте, дорогие друзья, Volkswagen Golf GTI 12 года. Это Golf 6, 210 сил в стоке. И что самое главное, ну самое главное в ВАГе, это он на механике. Да-да-да, дорогие друзья, это не DSG, это именно механика. Поэтому типичных ваговских проблем, возможно, нам удастся избежать. Но это не точно. Как вы видите, автомобиль слегка занижен. Мы не знаем, каким образом этого добился предыдущий владелец, потому что мы еще не смотрели, стояли там просто заниженные пружины, или койловеры, или просто оно просело всего за возрастом лет. Нет, я шучу, конечно же, там что-то сделано с подвеской, и нам предстоит выяснить, что именно. Давайте немножко пройдемся по этому замечательному автомобилю, в принципе, посмотрим на то, что он из себя представляет, и одновременно будем, скажем так, представлять, чем он может стать. Вот. Ну, естественно, думать о том, что он станет именно вашим, потому что эту машину мы разыграем также среди покупателей нашего магазина. Пойдемте со мной под капот, пока не будем заглядывать, заглянем в салон. Итак, мы находимся в салоне этого замечательного автомобиля. Перед нами спортивный руль, на котором написано GTI, потому что это GTI. В салоне достаточно качественный пластик,
классические приборы, ну и, конечно же, кожаные сиденья, это важно. Ковши, я так думаю, они называются Recaro, а может быть не Recaro, но они в отличном состоянии, феноменальные, просто боковая поддержка, очень-очень удобные. Я, как, собственно говоря, ценитель хороших седух, в общем, говорю, что здесь очень удобно сидеть. Здесь у нас очень удобно расположился рычаг механической коробки передач, я еще раз об этом скажу. У нас есть кнопка старт-стоп, но с этой стороны вы ее не увидите, мы ее покажем с другой стороны. Салон находится здесь в отличном состоянии, он весь кожаный, пластик весь пластиковый, где-то даже он мягкий, руль затертый. Пробег достаточный, в общем, потолок темный, люка у нас нет, если, я не знаю, бывают вообще люки на Volkswagen, не бывает? Не бывает у тебя? Хорошо. Черные вставки, я не знаю, что это, но выглядит богато, вот такое вот, я не знаю, дерево это, что это, не дерево? Рояльный лак, вот мне подсказывают коллеги, рояльный таки лак. В общем, не только в Кадиллаках, не только в BMW и Lexus, а в Volkswagen тоже можно найти рояльный лак. Заведем машину, послушаем, да, наверное? Конечно. Давайте посмотрим, справлюсь ли я с этой задачей. Мы на дне Да. А задиры не бывает, если на холодную газовать? Не, ну она как бы, она не холодная. Да. Ну, в принципе, мы же в тепле стоим. Да, мы в тепле, да. Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли, чем здесь пахнет. Машина, как вы поняли, уже непростая. Значит, в стоке эти автомобили выдавали 210 лошадиных сил. Я на ней еще не ездил, я боюсь, потому что передний привод, механика, ВАГ. У меня ВАГа никогда не было. Вот. Но ребята уже ездили, Леха ездил, Вася ездил, Глеб ездил. Все говорят, машина шокирующе быстра. То есть буксует просто буквально на всех передачах. В общем, они это оценили в 300 плюс сил. Вот. Меня всегда, в принципе, интересовало, в общем, каким образом достигаются вот эти вот огромные величины мощности тюнингованных ваговских моторов. Поэтому это нам все предстоит узнать. В ближайшее время у нас огромный-огромный план работ по этой машине. В первую очередь мы должны съездить, сделать диагностику автомобиля, узнать, что с ней не так, что так, что нужно срочно исправлять, что можно не исправлять. Постараемся все эти недочеты устранить. Если вы хотите нам порекомендовать, куда нам следует обратиться, или куда вы хотели бы мы обратились, чтобы узнать, как там ребята работают, пишите нам. Мы, естественно, будем выбирать что-то достаточно близкое к нам территориально. Ну вот, но, собственно, рассмотрим все варианты, поэтому пишите в комментариях, куда лучше вести такой вот заряженный ВАГ на диагностику. Вот, и мы это сделаем. Далее у нас, я надеюсь, получится заехать куда-нибудь на мощностной стенд и замерить мощность. Я думаю, это очень актуально. Всем интересно, сколько мощности здесь реально есть, потому что, к сожалению, замер динамики с текущими погодными условиями нам абсолютно ничего не скажет, кроме того, что будет очень-очень страшно и очень безответственно в такую погоду мерить разгонный динамик. Поэтому постараемся заехать на стенд и снять мощностные показатели. Также пишите в комментариях, что вы думаете, сколько выдаст этот автомобиль. Вот. Повторюсь, ребята сказали, что буксует на всех абсолютно передачах. Ну, он переднеприводной, как бы, собственно, что с него взять, на улице снег. Вот. Там зимняя резина. Там зимняя резина, но он все равно буксует. В общем, нет, машина реально страшная, отстреливает, грохочет. В общем, делает все как надо. В общем, явно тюнинговый. Под капотом там стоит какой-то нулевик, какой-то впуск, в общем, там что-то еще на воле, нам предстоит со всем этим разобраться. В общем, пишите в комментариях, в общем, ваши догадки по мощности, возможно, мы что-то разыграем, только не надо писать, ну, все подряд, там, по одному варианту от одного человека будет более чем достаточно. Хорошо, а что нам еще следует знать об этом автомобиле? И великолепная задняя часть этого автомобиля уже с наклейкой Sundown Audio. Здесь, как говорится, есть
распорка, она добавляет жесткости. У нас есть камера заднего вида, в общем, крутая какая-то магнитола, она штатная, не штатная, я не знаю, у нас есть крутой выхлоп. Но это все будет меняться, потому что одним из пунктов того, что мы планируем сделать с этим автомобилем, помимо, собственно говоря, устранения всех недостатков, изменения внешнего вида, это установка обвеса от R-ки, то есть передние задние бампера будут от Golf R, соответственно, выхлоп здесь переедет по центру. Собственно говоря, если вы знаете, опять же, или хотите что-то нам предложить в качестве сотрудничества вот по данным направлениям, пишите, мы, в принципе, знаем, где это все взять, и как бы, ну, я не стесняюсь, скажу, что у нас есть на это деньги. Вот. Но если есть какие-то интересные предложения, мы всегда готовы их рассмотреть. Вот, в общем, обвес от R-ки. У нас еще задуман тюнинг по передним фарам. Об этом подробнее вы узнаете у нас в Инстаграме. У нас будут другие фары. Это пока вот такой вот план действий. Дальше мы будем знать о том, что мы сделаем, когда сгоняем на диагностику, посмотрим, что с подвеской, с коробкой, с мотором, что нам нужно сделать. Ну вот, посмотрим, надо ли нам койловеры заказывать, либо менять пружину, либо просто поменять амортизаторы. Это все мы выясним по результатам диагностики. Напоминаю, отправка нас куда-нибудь, и мы туда съездим. Вот. У нас есть два комплекта колес, тоже в Инстаграме можете посмотреть. Ребята вам покажут, какие стоят на машине, какие есть еще. Я думаю, мы будем на лето машину отдавать. В общем, купим какие-то диски, тоже ищем, собственно говоря, партнеров по этому направлению, шины, диски. Вот. И опять же, если есть какие-то интересные предложения, какой дизайн нам выбрать, какого производителя, тоже пишите, но сильно, конечно, дорогие не надо. Все-таки у нас и так уже бюджет максимально раздут, потому что, напоминаю, эта машина дороже, чем все три предыдущие, которые мы разбирали в 2020 году. Теперь более подробно о том, как ты можешь стать обладателем именно этого автомобиля. Всего лишь достаточно оформить заказ на сайте sundownavio.ru на сумму свыше 5000 рублей. Каждые 5000 рублей – это шанс на победу. Разыграем мы автомобиль в конце марта месяца. Все заказы, начиная с 1 января, уже участвуют в данном розыгрыше. При этом, если вы делаете заказ в январе, то ваши шансы умножаются в 3 раза. Да-да-да, совершенно верно. Если в январе, то ваши шансы в 3 раза больше на выигрыш этого автомобиля. Поэтому торопитесь, заказывайте все, что вы хотели сказать на sundownavio.ru, или, возможно, не хотели, просто найдите что-то, что вам нужно. Минимум 5000 рублей, и каждые 5000 рублей дополнительный шанс, и умножаем на 3. В феврале мы планируем, что умножитель будет x2, ну а в марте месяце уже 1. Потому что к марту месяцу у нас будет совершенно обновленный внешний и, надеюсь, внутренний автомобиль, который будет совершенно феерично выглядеть, потому что мы также его покрасим. И с этим напишите в комментариях, стоит ли нам поменять цвет с белого или оставить его белым, потому что машина, в принципе, с учетом установки R-обвеса и устранения некоторых недостатков, потребует полный перекрас так или иначе. Вот, поэтому тоже готовы выслушать ваши предложения, в том числе любые коммерческие или партнерские по вопросам покраски. В общем, вот такой вот Volkswagen Golf GTI, он может стать именно твоим. В общем, следите, это будет интересно. Подписывайтесь на канал Sundown Audio Russia на YouTube, подписывайтесь на наш Instagram, покупайте на sundownaudio.ru, следите за процессами. Это будет не только интересно, но и, надеюсь, кому-то поможет, потому что в том числе мы будем делать достаточно плотные обзоры технических нюансов этого автомобиля по обслуживанию, какие проблемы есть, что следует ожидать от этого автомобиля, потому что, как бы, ну, лично мне интересно, я всегда, что называется, побаивался покупать вот такие вот именно заряженные зажигалки с таким пробегом такого возраста, именно в силу того, что непонятно, что вот с ними, на что можно попасть. В общем, мы вам об этом всем расскажем, покажем. Вот. Ну, а конечный продукт этого автомобиля будет совершенно фееричный, я надеюсь, и всех обрадует. Всем спасибо, всем пока. С вами был Гриша, sundownaudio.ru. Ставьте лайки и комментарии.